Мы с Платвой доскакали до винодельни Туфо. Отсюда 120 шагов. Все в порядке. Да, и у нас тоже все в порядке. 120 шагов до места заказа. Шевелись, давайте немножко ускоримся. Прибудем уже на место. Будем разбираться, что там. Тяжко на службе с пустым брюхом. Представляю. Так, котушка, наверное, тут пусть побудет, да? Да туда, может, как-нибудь пешочком. Чтобы людей здесь не распугивать, не расталкивать. Даже господин Добербе, здравствуйте. Да, в чем дело? А в чем может быть дело, если послали за ведьмаком? Посплетничать? У меня неприятности с чудищем. Так это ты давал заказ? Ну что ж, я слушаю. Сперва, ваша милость, установим с вами некоторые правила. Я не припомню, чтобы мы с вами переходили на «ты». И ввиду огромной разницы в положении, надеюсь, до этого не дойдет. Потому ожидаю, что ваша милость будет именовать меня месье де Бюрбё. Месье де Бюрбё? Я извини, чувак, но я буду тебя титуловать, как захочу. Послушай-ка, уважаемый, мы отличаемся не только положением, но и тем, что у меня за спиной есть серебряный меч. А вот у тебя его нет. Я тебя буду именовать, как захочу. Или ты с этим смиришься, или твои неприятности с чудищем останутся при тебе. По-быдлячески, но удовлетворительно должно быть. Нет, он не смирился. Серьезно? Что за наглость? Я пожалуюсь начальству вашей гильдии. Ага. Адрес запиши. Отдел по работе с клиентами. Кайр Морхен, Кайдвен. Теперь говори, пока я не передумал. Ох уж эти нордлинги и их манеры. Хорошо, короче говоря, у меня чего-то завелось в винном погребе. Так, значит, мне предстоит приготовить масло от чего-то. Простите? Мне нужно больше сведений. Где это чего-то видели? Есть ли свидетели, можно ли посмотреть тела? В том-то и дело, ваша милость, что никто этого чудовища не видел. Мы его слышим только. Такой вроде бы храп и писк. Тел тоже нету. Люди пропадают бесследно. Так откуда доносятся эти странные звуки? Отовсюду. А отчетливее всего они слышны в подвале с вином. Значит, у чудовища логово где-то под землей. Хм. А когда они громче всего? Ночью. Точно так же, как много лет назад, когда дома заваливались. Тогда этим тоже мастер занимался, только о нем с тех пор ни слуху, ни духу. Так получается, мы будем выполнять заказ, который брал на себя мастер медвежьей школы, да? Мы видели заваленный дом. Мы, собственно, видели останки. Хотя нет, останки ведьмака мы не видели. Он плыл к озеру. Ну ладно. А кто именно пропал? Позволю себе спросить. Последний раз какой-то батрак, кажется. А несмотря на огромную разницу в положении, которое вас разделяет, ты не запомнил его имени? Нет. Вам надо поговорить с моей женой. Она с плебеями в более близких отношениях. Ее сейчас нет. Она поехала в гости к матери, но скоро вернется. Хватит уже этих вопросов. Ответьте прямо без уловок. Вы берете этот заказ или нет? Ну, о награде сначала давай поговорим. Зависит от того, на какую награду я смогу рассчитывать. Ох, 500-очка. Давай побольше возьмем с этого. Не плебея. 600-очку возьмем. Потерплю убыток. Согласен. Мне кажется, с него можно было и прям вот совсем максимальную сумму взять. Я принимаю заказ. Сперва я здесь осмотрюсь, а потом хотел бы поговорить с госпожой де Бурбе. Хорошо, я дам знать, когда она вернется. А пока вот ключ от подвала. Только прошу, не касайтесь бочек с вином.
Если понадобится, буду касаться уж, прости. Короче, пойдем в подвал. Это кому ты, мальчик, говоришь? Мне? Я, наверное, с девочкой разговаривал. За скандал накажут плеткой. Есть закон про это четкий. Ну, вроде подвал как подвал пока что, да? Чудовище, похоже, и правда ночное. Надо подождать до темноты. Ну, давайте. Не будем так уж и быть, трогать ничего. До полуночи здесь медитируем в подвале. Разберемся с тем, что имеем сначала, а потом уже поговорим с госпожой Дебербе. Ой-ой-ой-ой-ой, музычка. Страшненькая. Ну, где звуки? Ну, хорошо, посмотрим. А вон звук, смотри. Разбитая посуда. Что-то сбросило ее с полки. Может, земля тряслась? Ну-ка. Крысы. Сомневаюсь, что они вытащили. Туннель? Так-то лучше. Ну, я бы не сказал, что так лучше, если честно. Мне так-то от этого туннеля не по себе, только... Вряд ли кикиморы рыли здесь туннели. Хорошо получилось. Ну-ка, давай попробуем, ладно, поверху. Пожалуй, тут можно перебраться на другую сторону. Зараза, уходит. Задела собака. Что это может быть? Вы уже приметили в комментариях, что я как-то не очень аккуратно стал играть. Ну, потому что прокачка позволяет. Разбитые яйца кикимор. Кто-то их сожрал. Да, кто-то очень большой. Туннели сделала гораздо больше. Да, ё-моё, задело. Интереснее и интереснее. Куда отправимся-то? Яйца кикимор. Ух ты. Лучше их уничтожить, пока под погребом не вывелся молодняк. Так, ну это мы сделали, а тут-то что? Что это такое? Это не кикимор. Туннели сделала гораздо более крупная тварь, с острыми широкими когтями. Геральт это уже говорил, но я просто не расслышал, потому что кикиморы вылезли. Еще яйца. Так, но... Это последнее, да, но что это ж не кикиморы. Подземный ручей? Чудовище, которое я ищу, живет под землей, роет туннели, питается кикиморами. Оно большое, очень большое.
Тут я ничего больше не узнаю. Пора возвращаться наверх. Ну хорошо. Теперь с мадам де Бюрбе поговорим. Мне кажется, нам все-таки придется на озеро идти. Куда и собирался ведьмак из школы медведя. Может, там найдем оставшиеся как раз доспехи. Точнее, чертежи гроссмейстерские. Вот в эту сторону мы еще не ходили. Отлично, заряженным убили. Да ё-моё. Что-то не нравится мне вот это зачарование, которое я повесил. Может быть, все-таки вихрь повесить на рандит. Это возвращаться надо. С другой стороны, как бы и так справляемся, да? Смысл. Посмотрим. О, боги! Что это значит? Я плачу за уничтожение чудовища, а не за разрушение имущества. Тут имущество само собой рассыпается. Это из-за туннелей. Если их быстро не засыпать, дом рухнет. Туннели? Откуда там взялись туннели? Их выкопало какое-то крупное существо. Кстати, в туннелях я нашел кикимор и уничтожил их кладку. За это я возьму недорого. Яйца кикимор? О, благодарю. Я заплачу, ясное дело. Госпожа де Бурде, я полагаю. Мне сказали, вы знаете что-то о пропавшем батраке. О Жан-Люке? Да. Мы вместе ходили осматривать посадки этого года. Кто-то их подгрызал и услышали такие странные звуки. Жан-Люк пошел проверить, что это, и уже не вернулся. Могли бы вы описать, как выглядел Жан-Люк? Высок, хорошо сложен, черные волосы. Любимая, сосредоточься. Любой мужик хорошо сложен. Он же в поле работает. Дело в отметинах, особых приметах. Только не для нее. Она с ним потрахивается, судя ничего по всему. Ничего такого, но на шее он носил медальон. Серебряный. Потому с плебеями в хороших ладах. Серебряные украшения у батрака? Это подарок, кажется. По крайней мере, так он мне говорил. Этого мне, пожалуй, хватит. Когда ты ему его дарила, ну, да? Ну, так чего ж вы стоите? За дело, работа ждет. Ну погоди, я же не узнал еще кое-чего. Там же был еще один вопрос. Поищите Жан-Люк. Может, эти тоннели под погреб приспособят? Прошу вас, поищи Жан-Люка. Под какой погреб, дебил? Развалится здесь дом, если не закопаешь. Кстати, Геральт круто очень смекнул, да, о том, что на нем заработать можно. И... За скандал накажут плеткой. Есть закон про это четкий. И выманил у него еще сатен за кикимор. Что я постоянно забываю, как спрятать. Как спрятать сраный факел. Что за дичь? Чего я постоянно забываю об этом? Не-не-не, ты мне не нужна. Сменить предмет, нет. Все, как ты спрятал? Опять не понял, как? В общем, ладно, помедитируем часик. Ты охотник до чудищ, а я до баб. Угу, молодец.
Охотничек, да, баб? А чего вы спать не идете? Чего вы ночью-то работаете? Ух ты. Хлеб очень черствый, он лежал здесь довольно долго. А это? В этом месте расстелили одеяло. Ой, наговорил же. Следы ног, здесь шли двое. Подожди, а так вообще это в бутылку может осмотреть? Возраст солидный, это особый случай. Да, бутылку может осмотреть. Дорогущее вино. Здесь пикник. И пошли они, значит, в кустяшечки. Только один пошел направо, а другой пошел налево. Гляди-ка. Следы разделяются. В этом месте женщина повернула, а мужчина пошел дальше. Но женщина нам не особо интересна. На самом-то деле. Она вот повернула, повернула. Ла-ла-ла-ла-ла, ушла. А вот мужчина... Куда ж ты пошел? Опа, здрасте. Ты что такое? Прошу прощения. Панцирь, шкура старая, роговевшая. Большие, глубокие следы. И что это значит? Кто, кто это такой? Следы когтей. Прямые, тупые. Чтобы рыть землю, лучше не придумаешь. Поломанные деревья, как будто что-то через них перекатилось. Значит, это шарлей. Только они роют туннели и передвигаются таким образом. Чудовище из Туфо, шарлей. А почему человеческие следы превратились в него? В следы шарлея. Вот меточка, еще одна вход. Вход в пещеру. След видосмотрим. Не оставил ли ведьмак следов? Да, здесь же еще. Я же говорил, то же самое. Здесь же должны быть еще и ведьмачьи снаряжения, короче. Следы когтей. Мы, вы, чтобы рыть землю, лучше не придумаешь. Ну, короче, внимательно здесь осматриваемся. А вот и ведьмачье снаряжение. Предупреждение. За разрушение строений на поверхности ответственность несет чудовище, которое роет туннели под землей. Не знаю пока точно, что это за существо. За мной не входить, не стирать моих знаков на стенах, потому что по ним я должен вернуться. Юнот из Бельхавена. Оставил знак своей школы на стене. Умно. Надо еще такие же поискать. Не, ни хрена. Я думал здесь то, что мне нужно, но нет. Рецепт бирюзовая краска для доспеха. Ошибись. Ух ты ж, тише. Фига себе. Блин, по панцирю бил все это время. Давай, 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 давай. Зелье Раффорда Белого выпил. Еще один заряд рандита. Дошибись. Так, а здесь вот знак был ведьмака. Здесь стоит осмотреться. Куда они меня приведут?
Следы тут. Тут как тут. Сколько людей здесь погибло? Здесь стоит осмотреться. Ну, в общем, ведьмак шел прямо в логово чудища. Шарли, где-то близко. Смотри, там вот есть проход. Здесь стоит осмотреться. Пендрамот. Давай, 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 тут. Одного, по-моему, удара не хватило. Ранзиту, чтобы зарядиться. Эксперименты Шарлея. Насекомые, которыми питаются, любимое блюдо скалопендроморфов. Надо думать, это останки того ведьмака из школы медведя. К сожалению, да. Дневник Юнода из Бельхавена. Сучья кровь. Не надо мне было браться за этот заказ. Я все еще не знаю наверняка, с каким чудовищем имею дело, и боюсь, что не смогу должным образом подготовиться. Как же я был глуп, когда стал играть на деньги, отложенные на изготовление доспехов. Эльфы только и ждут, чтобы вытянуть из человека последний грош. Да и сквальги из Туфо ничуть не лучше. Ну да что ж теперь себя жалеть, без полного доспеха мне возвращаться незачем. Мне не останется ничего другого, как спуститься глубже. Как-нибудь так справлюсь. Видимо, очень был нужен ему этот панцирь. Эти чертежи мне точно пригодятся. Пик, а там глубже, кажется, что-то есть. Ну, если я вот эту штуку толкну, то ничего не произойдет, да, потому что по радару видно, что ничего не произойдет. Экскременты Шарлея. Насекомые, которые ими питаются, любимые блюда скалопендроморфа. Заодно объяснили, откуда здесь скалопендроморфов так много. Тупик. Там точно ничего не будешь? Точно. Ну, Шарлей, где ты там? Куда ты укатил, родной? Здесь должно быть логово Шарлея. Он притащил сюда тела жертв. Некоторые еще совсем свежие. Надо сварить приманку. Возьму кровь какой-нибудь недавней жертвы и грибы, которые здесь растут. Взять немного крови с лежащего в пещере. Бывшие, частично объеденные. Они лежат здесь уже некоторое время. Ну так может заберешь? Свежие останки. Надо думать, Жан-Люк. Раздавленные ребра, расколотый череп. Работа Шарлея однозначно. Ну, судя по всему, да. Ну, кстати, серебряный. Серебряная подвесочка. Подвеска с прядью волос. Того же цвета, что и у мадам де Бюрбё. Будет сильно печалиться. Но это почему-то вот нам было сразу очевидно, да? А муж что-то
Такой сосредоточься. Женщина, не о том ты думаешь. Кстати, такое ощущение, как будто сюда можно забраться. Да, забраться можно, а толку от этого ноль. Короче, сейчас мы соберем здесь все. О, это еще не все. Короче, нам нужно что? Приманка для Шарлея нам нужна. Давай. Надо залить это в логово где-нибудь на сквозняке, чтобы запах разошелся по всем пещерам. А как ты это будешь делать? Вблизи верхних туннелей нужно разлить. Так постой, мне что ли этим заниматься? Я уже отвык от этого. Я думал, типа, подойти, кнопочку нажать и все. Это не так просто. Да? Да, ничего тут нету, никакой активности. Так, ну ладно. Ищем тогда приманку для Шарлея. Должна быть в эликсирах. А, ну, собственно, вот она, ребят. Она у нас уже, вот она стоит. Все, я понял, не ту кнопку нажимал, когда убирал факел. Я нажимал правый стик, а надо было РБ нажимать и все. Дурачок немножко я, но забываю, не знаю почему. Разливай. По новой же не надо делать, да? Все, разлили везде. Шарли будет здесь с минуты на минуту. Ни масла, ничего вот этого вот. Потому что потому. Итак, все ништяк. Хотя Шарлей, надо признать, вполне себе серьезные противники. Ну давай, вылази уже наконец. Катился, дядя. Ох, какой ты жирный, бородатый, старенький уже, да? Жесть. Ну давай, покажи, какие у тебя когти. Задел такая. Засранец, а? Да что ж такое-то? Хорошо идем, хорошо.
Было бы замечательно его добить комбинацией. Застрял. Фуф. Он уж завис. Я вот не увидел, кстати, получилось у нас зарядить рандит или нет, но вот здесь есть меч еще Ами. Классно, классно. Хороший квест. Ну, правда, пещеры, все дела, да, то, что я не люблю, но квест хороший. Чувствовал я, что на это озеро не надо идти раньше времени. Вот прям вот чуйка была. Ну и зашибись. Пойдем отсюда. Кстати, вот если посмотреть на рандит, то сколько он уже бьет-то? 545... 667, нормально так. Надо бы его починить, кстати. Посмотрим на Ами. Не можем пока что посмотреть. Для 50 уровня он 550-672. Видишь, не насильно больше, чем мой. Рандит на 50 уровне тоже получше станет. Только есть шанс еще его и заряжать. Перманентно. Но все-таки... Блин, да что такое-то? Забраться не могу. Все-таки зачарование вихрь надо бы поставить ему, потому что я не удовлетворен тем, что имею. Вы наверняка в комментариях мне уже там по 500 тысяч раз об этом написали. А потом еще 500 тысяч раз пробомбились от того, что я не видел, комментарии не читаю. Но, скорее всего, сейчас, когда я записываю это на канале где-то 20-я серия, наверное, 18-я серия, около того. Имейте это в виду, пожалуйста. Так, плотушка. Давай-ка ты мне нужна прям вот то нельзя. Пойдем. Пойдем, говорю. Ветки мешали сесть, ты прикинь? Веточки мешали сесть. Ну что, Дебербе? Расстроится прям при муже? Муж поймет вообще, почему она расстраивается очень сильно? В траур впадет она или нет? Интересно, да? Так, подожди, а нам же... Ну, нам... Не он что, в подвале, что ли? Ты что, в подвале там стоишь до сих пор? Займитесь стеной. Прикинь, да? Чтобы до вечера все было готово. Чинит уже, прикольно, блин, жизнь течет, смотри как. Эй, мы можем поговорить? Надеюсь на добрые вести. Я слушаю. Ну, короче говоря... Да ладно, не мои дела. Я думаю, что он больше бабла заплатит, конечно. Но это не мое дело. Я избавился от чудовища, которое доставляло вам хлопот. Это был Шарлей. Шарлей? Это что еще такое? Это как если скрестить крота и сороконожку. Только размером с дом. Ага. Ну, милостырь ведьмак, на первый взгляд вы не производите хорошего впечатления, но справились отменно. Ваша награда. Что замечательно. Люка, к сожалению, он мертв. Кто? А, этот? Невелика потеря. Найду на его место другого. И правда, это же простой мужик, а не месье, хрен знает кто там. Прощайте.
А еще он мне не нравится, поэтому пусть его жена трахается с крестьянами. Петух, блядь. Сохраняй спокойствие! Да хватит орать уже. Пошла. Мне кажется, он спит каждый раз, когда я дверь открываю, он такой: сохраняй спокойствие. Безобразие не учинять. Собирался я уехать, но вспомнил тут о том, что можно ведь и с Анной де Бербе поговорить. Андреа де Бербе. Может, она как-то среагирует на то, что мужик помер. Так что, вы нашли его? Я нашел это. Жан-Люк? Мне очень жаль. Правда. Это прядь. Это же ваши волосы, так? Да, Жан-Люк и я. Впрочем, вы сами догадываетесь. Благодарю за деликатность и за то, что вы за него отомстили. Прошу вас, это малая награда, но муж наверняка пожалеет для вас золото. А теперь, если можно, я бы хотела побыть одна. Еще 120 крон отсыпали. 820 крон подняли, это несмотря на то, что мы еще кучу всего нашли там. Ну, прости меня, Дебербе. Я пытался. Платва. Ты что там спариваешься? Господи, платва. Я сношусь с тобой. Иди за мной. Идешь? Платва. Твою ты мать. У них это надолго. Ладно, найдешь меня.